В воинских частях Карагандинской области проходят дни открытых дверей. Их инициировал комитет солдатских матерей. Родители получили возможность увидеть армейский быт своими глазами и даже заглянули в холодильники. Они отведали кашу, примерили воинское снаряжение. Председатель комитета провела среди срочников анонимное анкетирование. Напомню, основная задача республиканского общественного объединения – защита прав военнослужащих. Активисты регулярно проводят рейды по местам солдатской службы. Сын в ноябре уходил в армию, я очень переживала, плакала, как он будет. Сейчас я смотрю, он очень возмужал, стал мужественный. Переживания сразу отошли на второй план. Я горжусь своим сыном.